Муниципальное предприятие ДРСУ начало работы по восстановлению участка дороги на городском кладбище, которую не ремонтировали в течение многих лет. Вдоль нее устанавливают бордюры, протягивают электрические провода для установки освещения, а саму дорогу заасфальтируют. Директор МП ДРСУ Сергей Пчела рассказал, что на данный момент уже установлено около 400 метров бордюров, которые были демонтированы с центральных улиц во время ремонта. Он объяснил, что они использовали старые бордюры, потому что они в пригодном состоянии, а дорогу на кладбище необходимо привести в порядок. ДРСУ в рамках предприятия ритуальных услуг, мастерата ритуальных услуг, приступила к работе по установлению вторичных бордюров, которые демонтируются на территории городской трассы, начиная от автовокзала и в сторону центра, начали как бы делать порядок у нас тут на кладбище. Потому что тут была такая хаотическая, нехорошая дорога. Во-первых, было это вся земля выходила на дорогу, когда шел какой-либо дождь или ливень, это сам. Сегодня мы, значит, установили ряд бордюров где-то примерно 300-400 метров. То есть, если брать так по совокупности, это где-то 1/3 дороги. Значит, мы будем дальше демонтировать с города и будем эту центральную дорогу, как говорится, будем тянуть до конца, до окончания туда, где заканчивается у нас кладбище. Сергей Пчела отметил, что до родительского дня, вне зависимости от погодных условий, планируется уложить дорогу асфальтом на всей протяженности. Мне было дано задание со стороны примарии города навести порядок на рынке. Значит, он был со мной здесь, Ренат Усатый, приходил Ренат Георгиевич и сказал, что это в негативном состоянии дорога. Им дана была команда нам навести порядок и именно установить бордюры. И наверняка же по весне, потому что погодные условия нам не позволяют сделать тут асфальт. Мы к этой работе приступили. И я думаю, что мы задачу, которая нам поставлена была со стороны примара города, значит, она будет выполнена. До поминального дня, как минимум, я думаю, что мы хотя бы установим бордюры, защибним тут. А может, даже если успеем, может, поставим весь асфальт тут.